малмэпов и всякого такого, то есть такой А, довольно где это он глубокий. тетку делал такую с лысичкой? Лохматую. Вот, там Да, был, я помню. помню, этот урок, переведенный на русском, он был на этом самом, на Да. ДТФе. То есть какие-то уроки, наверное, тоже есть, но, опять же, да, если у вас есть возможность посмотреть английские уроки, то там намного больше и полезнее информация. Если у вас нету, то почему вы еще не учите английский? Да, Да. английский, кстати, очень пригодится. Кстати, вот заодно мне вспомнилось, Игорь вчера, да, вот он рассказывал, что он недавно переехал в Барселону.